далеко, где-то вместе, на земле которого никогда, никогда не ступит нога у здравомыслящего и вменяемого человека, из ненависти, абсурда и абсолютно придурочной одежды появилась она. Всем привет, ребята! Меня зовут Ангелина, я безумно рада видеть вас у себя в гостях. И сегодня у нас необычное видео на канале. Это новый челлендж от Трис. Конечно же, в самых добрых традициях, да. И это ненавижу челлендж. Челлендж, который продолжается ровно одно видео и длится один симский день. Очень простой для того, чтобы просто поразвлечься и для того, чтобы выпустить пар, так скажем. Ну и здорово, конечно же, поразвлекаться. И суть этого челленджа, если говорить вкратце, заключается в том, что вам нужно создать сима, который воплощает в себе все, что вы ненавидите в игре. В качестве, в общем-то говоря, ненавистных предметов, конечно же, я имею в виду режим создания персонажа. Это наш Каз. В общем-то говоря, этот персонаж должен быть слеплен из всего того, что вы либо ненавидите, либо никогда не использовали на своих персонажах. И, знаете, есть такие вещи, которые вот смотришь на них и думаешь: не-не-не-не, я никогда, никогда в жизни на своего сима это не надену, ни при каких обстоятельствах и пытках. И да, вот все это должно быть именно на вашем персонаже. По-моему, это очень круто, весело и замечательно. И я надеюсь, что вам понравится это видео и понравится то, как я прошла этот челлендж. И да, на данный момент я видела уже два прохождения этого челленджа, конечно же, от самой Трис и еще от Маши Делфи. Вот, возможно, кто-нибудь еще проходил, я просто не в курсе, уж извините. И да, у них, кстати, вот что у Трис, что у Маши, у них там были мужчинки, и я тут так подумала, знаете, а почему бы мне не сделать девушку? Вот зачем повторяться, подумала я, давайте мы с вами поработаем вместе с девушкой. Вот такая вот у нас получилась барышня. Да, давайте, может быть, мы сейчас еще кубиком что-то с ней поделаем, только для начала снимем. О, ну смотрите, она уже в принципе готова к прохождению этого челленджа, потому что вот эту прическу я никогда не надевала ни на кого из своих персонажей вообще. Давайте мы выберем что-нибудь, как всегда, такое вот, чтобы было открыто лицо. И да, я даже не знаю, можно попробовать, конечно, вот так вот побаловаться с этим кубиком. Ой, вот это красивая сейчас барышня была. Не-не-не, ты нам не подходишь. Слушайте, ну, по-моему, первая была самое то. О, а может быть оставить что-нибудь вот такое, конечно. Это очень прикольно. Мне, кстати, эти дреды очень нравятся. Да и, в принципе, я очень люблю дреды в игре. Да, и с удовольствием их не только, в общем-то говоря, использую от разрабов, но еще и скачиваю дополнительные притчи с дредами, потому что, ну, это прям прикольно, мне прям нравится. Давайте мы оставим вот эту барышню, снимем с нее все разукраски, конечно же, и начнем с самого-самого начала. С самого начала, я не знаю, как насчет фигурки. Как насчет фигурки? Ладно, давайте с этим разберемся попозже. Для начала нам нужно сгенерировать, в общем-то говоря, цвет кожи. Вернее, не сгенерировать, а выбрать тот цвет кожи, который мы не любим. Так, ну что, вот это, в принципе, нет, уже пошли темненькие, темные меня устраивают. Вот этот мне не очень нравится. В общем-то, желтоватые такие оттенки какие-то непонятные. Вот этот еще тоже такой довольно-таки землянистый. Давайте мы все-таки оставим какой-то вот такой, да? Да, пускай будет желтоватая такая кожа, не знаю. Вот я не использую, потому что мне кажется, что она просто выглядит, ну, как-то болезненно немножечко с ней выглядит персонаж. Так, особенности кожи. Ну, нам бы тут, конечно, что вот тут особенности кожи, которые я никогда не применяла. Это у нас, получаются вот эти вот штучки, я точно знаю. Я их никогда не применяла, потому что у меня на то не было никакого желания и нужды состарить сима намеренным способом. Как бы, да. И вот эти штуки я тоже никогда не применяла. О, боже. Нет, давайте, ладно, давайте не будем, хотя... Давайте пускай у нее будет морщинистый лоб, все-таки эта девушка, это воплощение ненависти. Воплощение ненависти в игре 74, поэтому я думаю, что она сама по себе личность будет противная. Поэтому пускай у нее будут вот такие вот морщинки, знаете, она очень много делится.
И поэтому у нее вот так вот все в жизни получилось. Теперь глаза. Глаза, которые я никогда не применяю в своей игре. По сути, любые глаза можно сделать красивыми, я это знаю. Вот, но вот есть прям... Вот есть прям разрез глаз. Ну, вот этот, например. И, ой, давайте... Ой, не то я хочу сделать. Давайте мы как-нибудь еще марафеты наведем. Какой-нибудь красоты. Вот что я не люблю. У меня... Я не люблю либо когда слишком близко глаза расположены, либо когда слишком далеко. Ну, вот это поскольку Стимочка такая злая, то пускай у нее будут вот такие вот, наверное, глазки. Брови, кстати, хорошие. Брови игра подобрала для этого челленджа очень хорошие, потому что, ну, на девушках, как бы, я никогда не использую эти брови. Вот это вообще что такое? Боже мой, это просто отврат. Вот давайте вот эти вот оставим. Я их никогда не применяла на своих персонажах. Это вообще, конечно, полный трешак. Боже, мне даже жалко эту бедную симку, я не знаю. Сейчас просто кину прохождение этого ненавижу челленджа, и все, и пойду плакать. Жалеть просто эту симку. Вот пусть у нее будут такие маленькие прям глазки, которые вот такие прям злые. Ух, сейчас всем будет плохо. Так и говорят нам эти глазки. По форме лица. Я даже не знаю, что тут вообще особо меняется, вот если честно. Вот оно что. Я все время сбоку смотрела, знаете. О, мадама, тебя прям скрючило знатно, я вижу, конечно, да. Боже, ты такой ужас. Не, ну мне нравится вот так вот, когда... Вот, во-во-во, вот это вот. Вот это, по-моему, оно. Вот это вот самое оно. Мне кажется, вообще просто потрясно. Да, боже. Это ужасно. Давай я как-нибудь попробую исправить ситуацию, хотя бы вот так вот. Знаете, она такая очень-очень удивленная, знаете, уже вот просто, мне кажется, в ее глазах так и написано. Что? Ты кто вообще? Ты себя в зеркало видела? Откуда ты вообще взялась? Грязь из-под ногтей такая. Угу, понятно, все с тобой, спасибо. Спасибо за порцию комплиментов. Давайте теперь выберем нос. Который я никогда не выбирала, ну, прям для девушек, мне кажется, это что-то вот такое. Да, определенно это оно. Ну, давайте оставим как-то вот так, губочки придвинем вот так вот, да, смотрите, вот просто потрясное выражение лица. Какие губочки я не люблю, ну-ка, давайте-ка посмотрим, я не знаю, я все губы люблю, но мне кажется, что сюда надо... Какие-то, вот даже не знаю, какие-то, вот дайте мне, пожалуйста, что-нибудь такое дурацкое. Хотя тут, в принципе, губы-то все нормальные. И, ну, какие губы мне не нравятся? Вот такие вот губы мне не нравятся. Это прям такие пельмешки-вареники. Вот, еще давайте уголки губ опустим вниз. Хотя я люблю, когда у персонажа уголки губ опущены вниз. Я их такими обычно всегда и делаю. Вот не люблю, когда лыба прям... Вот не люблю, когда прям лыба давится такая, да? Давайте я даже сделаю вот так вот как-то. Кстати, с девушкой, я думаю, мы будем возиться довольно-таки долго, потому что это все-таки девушка, ее нужно и накрасить, и аксессуаров нацеплять, конечно же. Челюсть, что у нас с челюстью? У нас с челюстью, в принципе, опять-таки все... О-о-о! Вот это, по-моему, оно, ребята. Вот это, по-моему, оно. Я не знаю, на что рассчитывали разрабы, когда это делали. Давайте сделаем шею, может, чуть потоньше хотя бы. Боже мой, тут уже вылазит полигон, и тут уже все плохо с игрой. Сейчас оно просто кончится у меня, бедное. Так, и подбородок, я не знаю, вот прям... Вот что я не люблю? Я не люблю, наверное, когда подбородка, в принципе, и нет вообще. Поэтому давайте... Вот где тут был такой подбородок, которого как бы... Вот он как бы есть, но его как бы и нет. Вот этот, наверное, да? О, да, прекрасно, барышня. Мне кажется, вы просто прекрасно выглядите. Да, ушки у меня тут такие. Ну, вот эти все применяют, на самом деле, стандартные. Поэтому давайте я, наверное, сделаю просто их вот супер маленькими, да? Вот такими какими-то я сделаю эти уши. И, ну, такие, возможно, немножечко нет. Хотя, вот лопоухи у всех. Вот у меня, пускай, это будет, наоборот, слишком вжатые уши. Ну, допустим, и слишком маленькие. Девушка еще у нас плохо слышит. Так, какую прическу я не люблю? Ну, мы уже с вами определились, что мне очень сильно не нравится вот этот вот взрыв сахарной ваты на голове.
где он там у меня подевался. Да, у меня очень много. У меня очень много хорошеньких причесочек. Кстати, какой цвет волос я не люблю в игре? Ой, вот это, вот этот желтый я не очень люблю, потому что, ну, как по мне, он не очень естественный. Да, а в принципе, я люблю любые цвета волос. Какие мне не нравятся цвета волос, я даже не знаю. Может быть, седой какой-то. Может быть, какой-нибудь седой, я не знаю. Или покажи мне вот этот. Ну, это, в принципе, ничего. Может быть, зеленый, хотя тоже ничего. Не знаю. Или вот этот вот. Вот этот вот ярко-кислотно-рыжий, вот мне не нравится. Ну, я, по крайней мере, не применяла никогда на своих персонажах его, поэтому да. Так, ну что, вот теперь это, по-моему, вообще вылитая сахарная вата. Посмотрите, женщина, женщина, вам только сахарной ватой торговать, да? Так, ну что, давайте приступим, пожалуй, что к макияжу. К макияжу мы приступим, конечно же. Что я не люблю из макияжа? А, кстати, может быть, я еще... А, нет, головные уборы я не буду, знаете ли, цеплять, потому что они скроют всю чудесную прическу нашей барышни. Да, меня это не устраивает абсолютно. Вот аксессуары. Вот что у нас есть по аксессуарам? Пирсинг. Не знаю, в принципе, я за пирсинг, ничего не абсолютно против него. Что, вот эти сережки мне, конечно, не очень нравятся. Слушайте, а есть что не на цепи, на самом-то деле? Это особо не видно, да. Вот что-то тут торчит, как бы, и нормально. И вроде как и ничего. Я не знаю, есть ли прям прически, которые мне супер... Ой, вернее, прически, я говорю, сережки, которые мне супер прям не нравятся. Да, ну и опять-таки, как видите, их толком не видно, поэтому давайте мы, может, вообще не будем ничего цеплять. Или, может быть, что-то такое, вот что-то торчит непонятно, я не знаю. Ай, боже. Ладно, давайте не будем цеплять эти сережки. Давайте посмотрим что-нибудь из очков. Из очков что-нибудь мы посмотрим. Так, и на самом деле, какие вообще... Не, ну вот это классные, конечно. Я их никогда не применяла на своих персонажей, но они просто сами по себе классные. Мне нравится. Так, что вообще... Ну, знаете, я хочу просто, чтобы у нее глазки были видны. Да, поэтому давайте мы без очков тоже обойдемся. А вот ожерелье мы нацепим. Ожерелье мы нацепим, и какое вот... Вот это прям мощно. Вот это прям мощно, я не знаю, серьезно. Какое мне прям не нравится. Какое я... Вот это вот я не знаю прям куда. Вот это тоже. Хотя оно, в принципе, знаете, как тематическое, но... Вот попробуй его на кого-нибудь нацепи, чтобы оно подходило, да? Это как бы может быть тяжеловато. Не, давайте вот мне с ракушкой понравилось, с ракушкой. Вот, вот так вот розовенькое все пускай будет, или может быть какое-нибудь вот такое. Вот, у нас такая радостная, жизнерадостная симочка. Да, ну что, поехали. Тени для глаз. Какие я тени для глаз не люблю? Не люблю вот такие. Ну, как бы... Ну, вообще, в принципе, у нас есть еще вот такие всякие тени, которые я никогда в жизни не использовала на персонажах. О, мне кажется, я нашла. Мне кажется, я нашла, ребята. Или, может, что-то еще поискать? Такое, о, вот это прям сочно. Вот это прям сочно мне нравится. Еще бы розовенький цвет. О, слушай, ну это очень прикольно. Я даже не знаю. О, посмотрите. О, что у нас тут есть, ребята, боже. Боже, я просто сейчас разойдусь вообще. Так, а может быть что-то вот такое? Да, да, птица душеклюв. Да, вот такая вот у нас барышня, вот это вот будет птица. Боже, это конечно... Меня просто слов даже не хватает. Подводка для глаз. Да я не знаю, куда тут уже подводка. А можно еще... О, еще можно подводку нацепить. Ё-моё. Ну давайте тогда какую-нибудь, конечно же, покрасивше выберем. Какую-нибудь вот такую яркую, вот, красивую, креативную, молодежную. Да, будешь у меня самой красивой на районе. Честное слово. Вот эту вот прям кислотную вырвиглазную. Супер, мне нравится. Так, румяна. У нас тут есть вот такие вот абсурдные румяна. Я не знаю, для кого они были созданы, для чего они были созданы. Давайте мы вот такого прям свекольного цвета какого-то, да? Вот как будто она взяла бурачок и как морфуша вот так вот намарафетилась. Вообще клёво. Вот это прям такое себе удовольствие. Вот это я терпеть не могу, зато МПС я просто обожаю.
Давайте мы вот ее прямо выберем, вот какую-то. Блинский, боже, барышня, ты просто огонь. Ты просто у меня огонь, самая красивая на свете барышня. Вообще, может быть, в лучших традициях наших поликлиник красную. Я не знаю, или все-таки какую-нибудь другую, может, розовенькую. Как вы думаете, какая ей больше, красная или розовая? Давайте ставим красную, мне что-то так понравилось, вообще капец. Так, ну что, давайте теперь будем одеваться. Только для начала мы, конечно же, еще подкорректируем фигурочку. Да, фигурочку. Фигурку, которую я не люблю. Ну, тут прям... А можно, в принципе, вот так, конечно. Потому что на барышнях это прям жутко смотрится. Да, вот у всех. Давайте вот у всех вот будут такие пухленькие, да, симики с животиком. А у меня барышня будет... Ну вот такая, да, и ножки должны быть маленькие. У Маши Делфи тоже были маленькие суперножки, вот что-то вот такое, мне кажется, это должно быть. Я не знаю, можно ли вот это как-то изменять, барышня. А, у нас вот так, широкоплечись на максимум, давайте еще бедрышки сделаем поуже, вот как бы вот так. Боже, да простят меня все симы и вообще и симоводы тоже, которые сейчас смотрят на это все. Так, давайте я тут отсортирую по тому, что у меня от разрабов, потому что у меня тут очень-очень много всего имеется дополнительного, а нам нужно только то, что пришло с игрой. Вот этот пиджак какой-то немножечко несуразный. Слушайте, у нас женщина продает сладкую вату в ларьке, поэтому мне кажется, что ей нужно что-то вот прям, вот что-то прям соответствующее, знаете, вот, я извиняюсь, вот что-то такое. Нет, конечно же, нет. Так, а я не знаю, что мне прям не нравится мне в женской одежде. Можно в полный рост, конечно, посмотреть наряды. Если я сейчас ничего здесь не найду, то мы перейдем, конечно же, в полный рост. Так, ну слушайте, все тут более-менее прилично. Единственное, что меня реально раздражает, это, ну вот это, да, вот это тоже, это прям, слушай, мы сейчас создадим будущую жену Диего Лобо, вот мне кажется, вот как-то так. Так, ну вот эти вот какие-то гольфики несуразные. А, у нас же прячется наше ожерелье. Блин, не-не-не, так не пойдет, так не пойдет. У нас прячется наше ожерелье красивое. Слушайте, мне это не нравится. Ну вот эта блузочка, это прям вообще, мне кажется, что ей очень подходит барышня, которая продает сладкую вату в ларьке. Блин, а может фиг с ним, с этим ожерельем, да? Или может быть тебе какой-нибудь ошейник надеть, чокер там, я не знаю. Давай посмотрим, что у нас тут есть. Такое от разрабов экстравагантное. Вот что-то такое. А все равно ничего не видно. Ладно, будешь без аксессуаров у меня вот такая вот ходить. Вот, отлично, блузочку, кажись, выбрали. Да, хотя, в принципе, она нормальная, я не знаю. Вот в мужской одежде есть там, конечно, побольше, что меня раздражает. Так, ну ладненько, давайте мы... О, мамочки родные. Найти бы здесь что-нибудь от разрабов. Что меня здесь раздражает? Вот эти вот русалочьи штаны, я не очень сильно понимаю. Вот эта вот юбка мне не нравится. Да, вот эта вот вампирская юбка, она тоже... Ну, она как-то мало кому идет, прям вообще что-то не очень. Вот это вот все мне вообще... О-о-о. Может быть, вот это оставим. Я даже не знаю, сейчас я еще пройдусь. Сейчас я еще, конечно, пройдусь по остальным, в общем-то, единицам разрабовского контента. Да, но я не знаю, чтобы меня прям так еще больше раздражало. Вот эти вот шортики. О-о-о, мне кажется, я нашла, ребята. Мне кажется, я нашла то самое, что мы с вами искали. Да, и цвет сразу, посмотрите, цвет сразу тоже подстроился под нашего персонажа. Слушайте, давайте вот это вот сделаем. Да, да, мне кажется, у нас же продавщица сахарной ваты. У нас должно быть что-то вот такое, да, чтобы детей отпугивать. Так, аксессуары. Нам нужно все. Нам нужно все, абсолютно все и ничего, кроме всего. Давайте, пожалуйста, мне самое вычурное ваше украшение. Не, ну вот это прикольно. Может быть, вот такое что-нибудь, да. Ну, у нас все-таки продавщица сахарной ваты. Мне кажется, пускай будет... Не, вот такой вот браслет, нормально, нормально. Так, еще меня раздражает безумно, когда все перчатки надевают ни с того ни с сего. О, может быть, ты будешь у нас забинтованная? Вот такая вот
барышня, которая, знаете, она уже накостыляла парочки школьников и сломала себе руку об их хребты. Поэтому, да, обязательно нужен, конечно же, гипс. Так, кольца, кольца. Вот это вот кольцо обязательно. Это must have, это просто fashion. Это fashion 74, он обязан быть у таких персонажей, которые знают толк в моде. Так, колготки, колготки. Те, которые я прям не люблю или никогда не использовала. Ой. Ой, кстати, радужные хорошо ей подходят. Так, нет, ну давайте мы выберем что-то, что-то вот какие-нибудь, может быть, яркие. Вот такие какие-нибудь. О, вот такие колготочки. Я извиняюсь, если вы слышали сейчас какой-то шум. Так, и обувь. Вот это. Вот это, мне кажется, да. Вот это оно. Вот это оно. Я не люблю очень сильно эти ботинки. Хотя можно надеть босоножки. Точно, босоножки через колготку. Как я сразу не догадалась, Ангелина. Боже мой, ты тормозишь, по-моему, сегодня. Конечно же, должны быть босоножки через палец, через колготку. Это обязательно. Обязательно должно быть что-то вот такое. Так, ну что же, у нас осталась жизненная цель. Жизненная цель, которую я не люблю. Я не знаю, вот прям по поводу жизненной цели, кстати, потому что, в принципе, я хорошо отношусь ко всем жизненным целям. О, может быть, нам мировую знаменитость выбрать? Или что? Или питомцы, друг животных? Нет, другой нрав? Нет, ну это веселые знания. Не, слушайте, а может быть, серийный романтик? О, слушайте, а что если наша женщина? Нет, она будет со всеми ссориться, она будет злая. Поэтому нет, это не то. Давайте мы выберем мировая знаменитость, вот. Эта девушка хочет стать знаменитой продавщицей сахарной ваты, хочет открыть свою собственную корпорацию, чтобы все покупали сахарную вату только у нее, а все остальные канули в вечность. Я думаю, вот это прям про нее. Так, и черты характера, которые я не люблю, или которые никогда не использовала. А у меня персонажей, на самом деле, злых, вот прям злых нету. И клептоманов, не, у меня была варга, у меня клептоман, это нормально. Так, давайте, может быть, викторианка. Хотя, в принципе, неплохая черта характера, даже не знаю. Вот нерях я не люблю. Вот меня Филя мой уже заколебал просто со своим вот этим вот испусканием волшебных паров в воздух постоянным. Это просто какой-то капец. Так, параноик. Слушайте, о, эгоцентричная. Так, что еще я не люблю? Я не люблю задир злых. Давайте вот выберем, пускай она у меня будет задира такая, да, задира. Ревнивых я очень сильно, кстати, не люблю, это прям капец. Ну, пускай она еще, знаете, будет такая, пускай она будет неряха, может быть. Да, вот пускай она будет неряха, да, отлично. Будет нам свои показывать, испускать для нас свои феромоны. Да, давайте случайное имя Тути. Тути Фрути, слушайте, мне нравится. С первого раза попадания, по-моему, это успех. По-моему, это успех Тути Фрути. Да, мне кажется, что это действительно успех. Слушайте, ребят, мне нравится. Ой, как мне это нравится, вообще супер. Так, давайте еще теперь выберем походон, конечно же. Вот, какой-нибудь такой. Так, ну вот этот вот у нас был. У Маши Делфи, да, повторяться я не хочу. Давайте выберем какую-нибудь. И вот прям, не знаю, какую-нибудь дурацкую походку. Мне кажется, это оно, ребята. Мне кажется, это оно. Та самая походка, которая должна быть у Тути Фрути, продавщицы сахарной ваты в местном ларьке. Так, все, ребята, я предлагаю выходить из кассы и начинать играть. Сейчас только начинается на самом-то деле. У нас еще впереди с вами просто куча всего интересного. Да, теперь мы должны заселить нашу барышню. Я не знаю, вот насчет города, вот который прям нравится, не нравится, потому что, в принципе, все города хорошие. Вот, поэтому тут я, наверное, заселю ее. Куда можно заселить продавщицу сахарной ваты? Мне кажется, что это должно быть, наверное, давайте, пускай это будет лето. Мне кажется, что это должен быть, может быть, какой-нибудь... Кстати, а может быть, в универ отправимся? Не, наверное, не то. Давайте в Сан-Мишуна. Вот, там же всякие фестивали, вот это вот все. А хотя, она же у нас, по-моему, хочет стать мировой знаменитостью. Может быть, мы отправим ее в Дель-Сольвелли. В Дель-Сольвелли, чтобы она продавала сахарную вату для знаменитостей. О, классно, классно, мне нравится. Давайте
поселимся куда-нибудь, ну давайте пускай будет вот сюда. Все, поехали, поехали, да. И я включусь, когда мы будем уже в нашем домике.